Всем привет, с вами доктор Парадокс, и мы продолжаем проходить Сому. И, как вы видите, Саймон, то есть мы, потерялись на станции Тета, и за нами охотятся странные существа. Хоть бы объяснили бы поподробнее, что за существа, почему они за нами охотятся. Что такое это НИУ, о котором постоянно говорят... И все такое прочее, потому что, блин... Может, конечно, и по ходу игры это особенно и не объясняли. Но мне кажется, я просто... Просто... Был невнимательный. А точнее, я просто... Начинал играть очень давно. Потом делал большой перерыв. Поэтому... Насчет сюжета я очень... В плане сюжета я очень плохо осведомленный человек, скажем так. Что-то громко ныряешь-то, Саймон. Я аж громкость уменьшил на наушниках. Так, да, я вспомнил, в прошлой серии мы закончили вот здесь. Закончили мы на том, что я не знаю, как отсюда выбираться. В прошлый раз я еще достаточно сильно к концу устал. У меня голова заболела. Поэтому я там вообще ничего не соображал. Надеюсь, сейчас... Пойму. Пойму, где здесь выход. Но пока что-то не представляю. Но здесь у нас есть лестница. Мы можем на вот этот островок забраться. И что дальше? Может быть, как-то вот так вот надо. Или вот так вот, я не знаю. Можно так? Вы этого от меня хотите? Или что? Вот эта лестница ведет на... Ну, туда, короче. На эту верхотуру. Но там абсолютно нечего делать. Соответственно, не знаю, зачем туда... забираться. Так, давай еще раз попробуем с разбега, может, сюда прыгнуть. Да, смотри, запрыгнул. Но это не особо... А, хотя, подожди. А, смотри, реально. Я думал, здесь намертво она как-то... Эта решетка... прикреплена. Ну нет, оказывается, вот так и... Нужно было действовать, серьезно. Очень странно. Главное, запутали еще. Зачем-то дают туда залезть. Там, туда-сюда полазить можно. По всем этим лестницам, по всем этим платформам. В итоге вообще... Ой, неважно. Ну хорошо, самое главное, я... В прошлой серии сказал, что все, я типа устал, ничего не соображаю. В следующей серии разберемся. Разобрался. Не обманул. Я не смотрел никакое прохождение, если что. Допер сейчас сам. Молодец какой, молодец, Дима. Первый раз, по-моему, свое имя произнес. Рычаг. На время или как? Ой-ой-ой-ой-ой, за нами уже кто-то. Твою мать! Неожиданно. Ой-ой-ой.
куда-то нас несет по трубам просто. Смыло нас. Как в унитазе. Ужас какой. Ой, прям наружу. Серьезно. О, братан. Тебя тоже так же. Разрушенные мечты. Из этой трубы мы вылетели. Довольно далеко так. Отбросило. А мы можем обратно как-то вернуться? Самое главное, нас реально просто как говно по трубам смыло. Я еще такое сравнение провел. И потом достижение с таким романтическим названием. Разрушенные мечты. Как-то не сочетается это все. Ладно. Давай попробуем обратно пробежать. А, ну ясно, мы сейчас наверх, наверное, не сможем. А. Ну да, не можем дальше. Ну, в принципе, может быть, оно и к лучшему, потому что за нами явно увязалась под конец какая-то... Ну, не какая-то, вот та тварь, которая за нами постоянно ходит. А, скорее всего, их много разных. Смотри, у него пузырьки идут. Прочтем твое воспоминание. Акерс-то сначала, значит, с Дельты на Тету пришел, а потом на Омикрон двинулся. Прям повторяем его путь, по его следам продолжаем идти. Ух ты. Давай. Что это такое? Отказ питания. Куда-то под землю уходят кабели. И это что, труба? Что это вообще, для чего эти приспособления-то, я не понимаю. О. Thank you.
Так, что-то, слушай, мы туда можем пойти, и туда. Выбор такой. Ну, вот это сооружение ближе находится. Поэтому давайте. Сначала сюда. А, так это есть омикрон. Нет, тогда давайте... Давайте еще здесь походим. Омикрон, подстанция 3. Отказ питания. Заело. Не поддается. Что там дальше наверху? Что-то не проходим. Так, я не знаю, что такое флашинг, но до этого самого флашинга нам нас предупреждают, что нужно сначала открыть вентили и и включить этот самый насос или что? Ну, то есть сначала вот эти вентили повернуть. А что будет, если я сначала рычаг дерну? Да, наверное, просто не сработает. А может, что и плохое случится. Не будем, короче, ладно, рисковать. А, ну окей. Воду откачали, короче. Обязательно локация или нет? Прикольно, если не обязательно. А может быть, мы и не смогли бы сейчас попасть на станцию Омикрон на саму. И нам в любом случае пришлось бы сюда идти. Я, как часто бывает, сразу сам иду сначала в места, в которые нам по идее пока что не надо по сюжету идти. Ну да ладно. Раз игра позволяет сначала сюда пойти, значит все нормально. Так, чувак, что ты нам поведаешь? Ничего полезного. Ладно. А. Интересно. Че это так-то? Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Короче, да, как я и говорил. Там, видимо, закрыт. You got nothing?
Good luck. Thanks. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. Not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Подожди, ты ощущаешь, в смысле, как будто у тебя есть тело или нет, я не понял. Кэт, только в воздухе подаешь. Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. Кстати, напомнила хотя бы, что случилось. Комета упала. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Ясно. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Рыбные сферы. Это что значит вообще? Это вот эти штуки, которые мы как раз видели снаружи. Я хотел сказать, это на сети какие-то похожие или что для рыб? Что, в смысле, они как-то ловили реально рыбу или что в эти сферы? Так, что нам надо сделать-то? Source включено. Типа, да? Омикрон. Вообще, может, все надо включить просто и все. И не важно. Мы же можем это сделать. Там что-то и внешнее освещение написано. Ой. А, не так все просто, смотри. То есть ограничена энергия. Ладно. Нужно ли нам эти сферы, я не знаю, открывать или что? Включать. Наверное, не надо. Поэтому обойдемся без этого. Робот-док давайте лучше включим. Не знаю, что это такое. Короче, все, в принципе, кроме сфер. Освещение внешнее, освещение на микроне и сам омикрон. Все, в принципе, да? Подстанция. Че? Так. Как неудобно это, господи. Так. Подстанция. А, это мы подстанцию включили, подожди.
О, господи. Чё за, я не понимаю. У нас источник. Подстанция. Робот-док. Что-то я сейчас, честно, не понимаю. Ничего включается вообще. А, ясно, ясно. Вот, первое это подстанция. Короче, все нормально. Все правильно. Все, пошли уже, короче. Сначала мы сюда заберемся еще. Что у нас здесь? Еще выше. Just doing some exploring. Да? Exploration, все дела. Вон здесь записка какая-то. Чё, плохо, что ли? Мир получше изучу. Переадресованное сообщение от Стромейра Адаму Галаски. Приказано как можно скорее прибыть на Тету. Срочно. Не очень полезная информация, конечно. Так, кстати, подожди, мы, получается... Чё? Мы же дали пита... А, господи! Туплю. Я только сейчас понял. Мы же до омикрона... Нужно довести просто эту цепочку питания до омикрона. Соответственно, нам придется какие-то эти сферы-то тоже. Так, как тут... Какой самый короткий путь-то будет? Если вот раз, два... Если нам еще это нужно, то... Короче, так что ли? А, здесь не работает. Окей. Короче, тут головоломочка своеобразная. И этот уже не работает. Ну, япона мать. Что такое-то? Точнее, перегорает. Ага. Нормально. Да. Так. Радиобуфер. 16 января 2104. Так. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up! Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Ну, вот это интересно, да.
чтобы какую-то деталь раскрыли нам. Почему мы можем людей читать воспоминания их? Так, чё? Статус в карантине. Ага. То есть омикрон мы еще не открыли, да? Он в карантине находится. Статус черный. Ух, твою мать. Что происходит? Ладно. Статус черного ящика. Персонал станции Омикрон. Джулия Даль отключена. Лиза Кэмерон отключена. Все отключены, короче. Обновление системы. Соответственно, все мертвы, да, как я понимаю. Обновление системы. 9 октября 2098. Волчек. Примечание. Обновление включает черные ящики. Задействован предохранительный протокол CRTH4. Карфаген. 99-й пользователь Галаски. Примечание. Стандартное расширение. Такое-то. Хаймацу. Калибровочный прибор для СПС. Так, диагностический инструмент для плана действий после удара. Так, непонятное что-то. Как будто, блин, кусок кода какого-то. Пользователь Сорвари. Примечания, детали нужны для того, чтобы кран снова заработал. Теперь дело за Алана. Сорвари. Примечание совершенно ненужное. Совершенно, видимо, ненужное защитное обновление для параноиков из лабораторий. Мертвые не кусаются. Так, и вот это что у нас такое появилось? I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Да, о чем ты говоришь, Саймон? Скажи, пожалуйста. Что происходит? Что это? Это код, что ли, или что? 0090? Да, смотри. Серьезно. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something я знаю. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. А, ну я понял тебя, короче, да. Как будто нас реально заманивают. Кто-то нам прислал код. Прямо вломился в систему наглым образом. Ладно, пойдем. Выбор-то у нас какой? Так, чё? Кстати, здесь можно было перевод прочитать. Перед сливом необходимо открыть клапан и включить насос. Что делать-то теперь, как обратно? А, окей. Погружаемся. Спасибо.
Значок загрузки прикольно в этом. О, братала, я тебя не заметил что-то. В виде скана мозга показывается. Я только сейчас на это обратил внимание. О, роботы заработали, How can you be so calm about this shit? We are dying! How much IR have you guys got? 20 minutes, tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Это Страски. Он тупо снял шлем, что ли, или как? Так, ну-ка да, сбегаем сначала к сферам. Сферам. Виды атлантическая сельдь. Популяция 0. Диагностика не выполнена. Нет надежных данных о численности популяции. Европейский звездочет. Тучки реально, как я понимаю, ловили их, да? Для чего? Атлантический тарпон. Ну ладно. В общем... Пойдем на Микрон. Роботы. Блин, я хочу снова встретить того робота-помощника. Или одного из них. Это же, ну, скорее всего, разные были. Но суть в том, что он мне понравился. Он нас выручал несколько раз. Я даже потом угробил ради чипа не его, а другого робота. Притом, я опять что ли куда-то раньше времени залезаю? Ну-ка, пойдем снать. Да твою мать! Офигенно просто. Уи! Отлично. В бездну. Без всякого скафандра. И чё? Эу. Чё происходит? А, я так и падаю, что ли? Отлично, чё-то долгая смерть, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Вы умерли. То есть, когда монстр, видите, схватывает, там такой надписи нет. Соответственно, мы реально не умираем. А вот здесь... Вот как в нормальной игре прям. Game over. Ладно. Тебя мы не будем снова читать. Пойдем, говорю, в парадную дверь сначала. Как нормальные люди постучимся. Я говорил, что, в общем, я другого робота в итоге замочил, который, притом, большую разумность показывал. Ну, то есть он сам по себе, у него искусственный интеллект, у него интеллект более высокий, в общем.
более симпатичен был именно тот маленький робот-помощник. Открыто. Так открывается все, а чё? Что-то я не понял. Ну, ладно. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Я не понимаю, как нам в итоге идти. Через главный вход или вот так? Потому что я не хочу ничего пропускать в игре. Я хочу везде побывать. Ну просто вроде бы и здесь можно пройти, но... То есть, возможно, здесь два пути на станцию есть. То есть, мы могли, вот как сейчас, открыть, подать питание, открыть дверь. Или вот так в обходную, что ли, пойти. Я правильно понимаю? Теперь у меня сложная задача выбора между этими двумя вариантами. Ну ладно, короче. Пойдем тогда так. А! Ну ладно. Используйте другим входом. Короче, не дают. Ясно все. В итоге все равно. Ну, пойдем, только осторожнее в этот раз. Япономать. Ой, а чё меня так штырит? Ой-ой-ой. Конструкция еще не очень прочная. Там вход, а куда мы еще спускаться можем? Что-то как-то никуда. Зачем? В принципе, вот в игре уже были такие места, что непонятные развилки. Так что, окей. Факт в том, что нам сюда, видимо. Так, не зависай, пожалуйста.
Хороший план. Ничего не скажешь. Собственно, что нам и что-то тут делать? Мы, мать твою, за этим и просто и пришли. Ну, короче говоря, тут, конечно, с самого начала картина... Ох, мать, он без головы, что ли? И этот тоже без головы. А где ваши головы? Товарищи. Где ваши головы? Картина, говорю, не внушает оптимизм, надо сказать. В общем, добывать костюмы, сваливать отсюда мы, наверное, будем в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся. Всем удачи. Пока.